впереди активный летний курортный сезон. И количество людей в городе прибавится в разы, а значит и порядка на улицах курорта должно быть больше. Время сегодня такое, что галочки нам совершенно не нужны, вот, а реально изменить ситуацию к лучшему мы обязаны. Говорить сегодня о том, что нам удается это сделать, не приходится, потому что рост уличной преступности у нас произошел в 2014 году по отношению к 2013 – 28%. На помощь сотрудникам полиции придут простые сочинцы. Уже подали заявление на участие в добровольных народных дружинах 390 человек. По инициативе Анатолия Пахомова формирование дружин началось в прошлом году. Для того, чтобы обеспечить правопорядок в городе, нам необходимо организовать выход 220 дружинников ежедневно с 20 часов до 2 часов ночи. Такая задача будет выполнена. Для ее реализации мы, значит, создали в каждом районе должность главного специалиста по организации работы добровольных народных дружинников. Число участников добровольных народных дружин должно вырасти до 1200 человек. Такую задачу ставит глава курорта до конца следующей недели. Дружинники получат соответствующую форму и совместно с участковыми будут патрулировать свои микрорайоны. Порядок должен быть такой, как во время проведения зимних Олимпийских игр, когда в Сочи работали дополнительные силы полиции со всего края, отметил мэр. А в качестве льгот дружинникам предоставят дополнительный отпуск в 10 дней. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.